Офигеть! Рыбкутагин дерьмогрел! Блин, Кэп, ну видишь, какие времена наступили, блин. Зарабатываю, ну как могу. За любую работу берусь. Просто деньги нужны. Я решил в Warface вернуться. А донат-то как? Сам понимаешь, с ним-то лучше. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу, май! Жопу этот навоз! Я удивлен, Ракутагин, что тебе эта пуха так понравилась. Большинство считают, что она не дотягивает ни до Витязя, ни до АМБ. Да какая разница, кто там что считает? У меня есть свое мнение, это самое главное. Приветствую вас, леди и джентльмены, дорогие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность. И пробуем новый пауэр, деточка, да? Гранд пауэр, я бы даже сказал. Итак, есть у меня для вас отличненький анекдот. Знаете, такой анекдот-загадка, анекдот-вопрос. А вопрос такой. Друзья, кто разбирается, скажите, вот когда делаешь золотой дождь, можно пернуть? Ну, вроде как гром, но... Headshot, baby! You get owned! Рачина, мрачина! Благодарю, Нарина. И тут вот... Headshot! Вот так, хедшотик. Ага. Double kill! Double kill! Ага. Давай. Нет, он здесь, голубчик этот, я знаю. Вот так? Это не он, а другой? Тот где-то же тут? Ага. Эйс, бэйби. Да. Ну или вроде того. Смотри-ка, действительно, пилит она вроде очень даже неплохо. Она годно пилит. Она прям, она, во-первых, она реально круто пилит. Темп стрельбы, урон, все на высоте, деточка, да. И кроме этого, точность у нее, понимаете, пулька в пульку, все просто попочка в попочку, тютелька в тютельку, как бы в ушко иголки прям залетает. Она очень точная пушка, и в этом ее плюс. Она очень похожа в этом плане на СМГ-45. У нее, собственно говоря, и внешний вид напоминает СМГ, и все, в общем, ну такая она, очень похожая на СМГ-шку. Поэтому она очень крутая, это очень-очень крутая пушка. Вот. Многие люди сказали, что типа, ну она не то, типа МБ лучше. Я не буду говорить, что МБ хуже, это неправда. Вот. Но это, знаете, единственная пушка, по моему мнению, которая, ну прям, ну почти, практически не уступает. Тихо, вот так вот давай. Не уступает АМБ. Она правда практически не уступает. Я не знаю даже, кто из них лучше. В каких-то ситуациях АМБ-ха будет лучше, в каких-то ситуациях, я думаю, эта пушка будет даже кстати, и получше. Ракуха, сколько там тебе до первой лиги в соло осталось? Ой, Кэп, я не успею на это раз взять соло. Я дошел уже практически до третьей, там чуть помучиться. В принципе, время-то есть, чтобы взять первую, да, там помучиться, можно это взять. Но проблема в том, что завтра я, все, я отчаливаю. И меня не будет 5-6 дней. Поэтому я не успею физически ничего взять. Я не успею, да, такие дела. Давай. Да сука, блин. Ничего, попался, голубчик, попался все равно. По самые помидорки мы тебя засадили. Некто террорист. Так, ладно, аккуратненько. Ага. Все, да? Отлично, да. Никогда не любил пирамиду. Не понимаю, вот некоторые люди говорят, такая классная карта, блин. Какая-то она, не знаю, нифига она не классная. Я вообще не могу сказать, что она классная. Слишком снайперская. Поэтому я ее не люблю. Она слишком... Headshot. Тихо. Да. Мультикилл, дядочка, да? Нагиб. Не спорю, он прямо и так и есть. Сочно. И прочно, бро, и прочно. И... Да сука. Ракутагин, а можно еще один вопрос? Можно, как давай, Валя. Как думаешь, Warface переживет это лето? Нет, конечно. Да нет, ребят, конечно, переживет он это лето. Просто понимаете, к концу лета, вот к осени, Warface превратится... Уже не Warface это будет. Это будет Crossfire или Point Blank. Даже сомнений не имеется. Дабл килл, деточка, да. Ну вот сами посудите. Дали нам новых разработчиков. Они сразу Warface пустили, так сказать. Ну вы поняли, почему они пустили по новым рельсам, скажем так. Все сочно пошло. Прямо сразу баги на ПТСе, бабские скины все у них как бы бракованные, крем для загара. Они то белые, то черные совсем все. Вон баба у нас, видите, бегает. Эмпекс. Видите, какая она сочная? Баги сразу сходу пошли прям такие наглядные.
какие-то, не знаю, эльфы, фэнтези пошло. Не знаю, скоро инопланетяне прилетят. Короче, будет сочно. Я говорю, к осени, ребят, попомните мое слово. Warface будет кроссфайером. В крайнем случае, по эндбланкам. Не, это не могу сказать, что плохо, там, хорошо, но игра сильно изменится. Другой разработчик — это другое видение игры. И чтобы там Мишаня нам не рассказывал, мы будем держать руку на пульсе, читая между строк. Называется это так: на игру мы положили, мы больше тут не при делах. Ха-ха-ха-ха, да! О, сука, знаю. Ладно, ебутишечка, скажи самое главное, тянуть эту пуху будешь? Пуху тянуть... Да я не знаю, наверное, буду. Мне она нравится, блин, как бы... Посмотрим. Скорее да, чем нет. Если бы постоянно играл в Warface, тянул бы. А то у меня так, то я играю, то я не играю, то, короче, не знаю. Я подумаю на этот счет. Вот, видно будет. Может быть, на стримы, правда, перейду когда-нибудь, наконец-то. Может быть, нет. В общем, там видно будет. С Warface все неопределенно. Вообще в этой жизни все, сука, в подвешенном состоянии. Там видно будет. Так или иначе, пушка хорошая, друзья. И если вы инженер, если вам надоело МБХ, как я, вы набили с нее уже 100-145 тысяч там убийств и так далее. Вот. Хотите что-нибудь еще? То Grand Power — это достойная замена, как минимум. То есть это не хуже, я считаю, пушка. Ну пусть второе место. Ну, блин, да, я вам честно говорю, это даже не третье, не четвертое, не пятое. Это минимум второе место. А так это вот делит первое место с АМБ. Такие дела. Так что пушка годная. Пушка очень лайтовая, очень приятная и очень нагибная. Если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, ну вдруг, мало ли, вы тоже ждете осенью новый Crossfire в виде Warface, то ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, без этого, друзья, ну извините меня, ну просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. Увидимся. Пока.